Всем привет, друзья! У нас сегодня инди-хоррор под названием «Can't Revert» или «Не могу повернуть назад», «Не может повернуть назад», что-то типа того. Это один из хорроров, которые у меня припасены и ждали своего часа. Я, честно, не помню, про что он, но чем-то он меня привлек, чем-то понравился, надеюсь, что годный. Поехали. Так, New Game. О, и мы сразу в каком-то коридоре. Двери. Там, кстати, в настройках было такой пунктик. Открывать двери как? Я вот выбрала открывать двери на мышку. Это петля, да? Это петля, прикинь. То есть, если нет указателя, видишь, пропадает на стене вот эта точечка, то значит все. Слышишь шкатулку? Жесть, какие-то страшные фотки. Можно что-то открыть? Так, узнаем историю. Кстати, нет здесь русского языка. Я не знаю, насколько сильно он нам понадобится. Это что, в смысле? Вот эта дверь, это максимально странно. Русского языка нет. Я не знаю, что тут будет, как будет подаваться сюжет. Через записки, не записки. Через диалоги, через что, непонятно. А это меня не пускают. Шкатулка-бабочка. Так, и что мы должны узнать? А, вот дверь открылась. Опа, смотри там. Видели женщину? А чё так тихо? Чё так тихо, так темно и страшно? Он меня максимально, говорю, он меня этот автоматически пихнул. Я даже ничего нажать не успела. Хорошо. Без понятия, будут ли здесь загадки или что-то типа того. А, вот смотри, могу что-то взять. Убедись то, что принял или приняла свои лекарства. А, ну понятно. Опять тут шизики какие-то, да? То есть, если я могу взаимодействовать, просто появляется точечка. И типа взаимодействую на здоровье. Женщина! Мне, кстати, нравится вот это вот решение. Вот так вот продолбить стену и поставить сюда вот такие высокие стулья. Реально это круто. Вот это круто. Очень мало кто, но кто-то так делает. Ну, я имею в виду в обычных квартирах, типа в многоэтажном доме. Чего за звук? Я так понимаю, меня должен привлечь какой-то предмет, и я должна с ним взаимодействовать. Слышишь, как... Я не знаю, что это. Как качеля скрипит. Качеля скрипит. Это конь, ты что ли? Нет, это книги. Ботинки. Что это скрипит такое? Я не могу понять источник звука. Я могу выйти? Ага. Пока я что-то не сделаю, я не... А может, это вот это? Да, это по-любому он. Это по-любому этот вентилятор. Ну, звук-то прямо отсюда. Батарея? Да нет. А как вы подскажите? Дверь заперта. Принять лекарство. Так, я все пытаюсь тыкать, но я отдаляюсь от звука. Звук по-любому там. По-любому где-то на вентиляторе. А если сломать систему и пойти обратно? Это норм? Ну, типа, меня там не пустили, я обратно иду. Это так работает? Пожалуйста. Ну, конечно. Конечно, фиг там. Но если хоррор называется «Не могу пойти назад». Ха. Ну, вот опять скрипит. Ну что, 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 что? Control, я присесть не могу. Взаимодействовать тоже ни с чем не могу. Скрипт, нам нужен скрипт. Как работают все эти игры? На скриптах. То есть мы должны достигнуть какой-либо точки для того, чтобы нас пустили дальше. Ну, конечно.
Вот смотри, видишь, у нас уже в самом начале какие-то непреодолимые прям препятствия. Я уверена, что это вот эта штука скрипит. Но как бы я на нее ни нажимала, ничего не происходит. Может быть, здесь что-то написано? Или, может, мне нужно выключить свет? Есть тут, типа, переключатель? Вот это же мигает. Может, не просто так? А, я поняла, это хоррор для умных. Все такое грязное, прям загаженное. Подожди, принять лекарство, скрипит штука. Я что, должна развивать ясновидение какое-то? Я не вижу выключателя в этом доме. Очень странный дом. Розетки есть, а выключателя нет. Может, где-то тут? Не, назад я не пойду, смысла-то нет. Дверь. На первом уровне у нас дверь как-то автоматически сработала, непонятно как. Игра? У тебя есть логика? Может, по этот сюда надо как-то с полом взаимодействовать? Может, нам кто-нибудь расскажет, что тут вообще происходит, почему нельзя повернуть назад и все такое. Кто-то на фотках, короче, глаза всем замазал. Да не скрипи, нормально все будет. Блин, я не понимаю. Может, вот так? Что делают обычно люди в хоррорах? Ничего. Просто ничего, тыкаем двери, больше ничего не делаем. Принять лекарства. Ну там никакого секретного кода, никакого указания, что можно сделать. Может? Блин, а вот нифига себе. Так, бензодиазепам. Поняли? Вот он какой скрипт-то был. Алло? Дети-дин-дин, что случилось? Успокойтесь. Ваша безопасность — это наш приоритет. Мы высылаем помощь. Оставайтесь на линии. Оставайтесь на линии, не ложите трубку. Помощь в пути. О. Типа история рассказывается по кусочкам. А меня когда-нибудь пустят в другие двери? Ну так, просто для разнообразия. Или это какой-то многоквартирный дом? О! Погоди, появились выключатели? О-о! Ты знаешь, уже такой вот не по себе, да? Я как увидела кровь на стене, у меня сразу такие мурашки. Вот уже как-то не очень, да? Ага, а подожди, а я могу отключить? Я вот на F нажимаю, например, или на Light, на L? Нет, ничего не могу. Я ничего не могу. Так, туалеты, белизна, доместос. Все очень плохо здесь. Во, ванную вообще лет 500 не чистили. Что ж такое? Ну, вода плохая, видимо. Вода плохая. Так, тряпка взаимодействия нет. Кто-то поженился и фотался в лесу на фоне тонких деревьев. Че? Е-е? А? Давай, короче, потихоньку все обшаривать. А? I'm sorry. Типа, прости меня. Чего был за звук? Звук, это, знаешь, звук, типа, призрак куда-то полетел. Пшух, такой был звук. Слушай, а лампа реально мигала, получается, не просто так. Блин, освещает так коротко прям. Ну вот это, дай нам знак, что ли. Что такое? Так, я не понимаю, не понимаю. Рип? Рип это, и для тех, кто не знает, переводится rest in peace. То есть это отдыхай в покое. Типа спокойно отдыхай, поэтому пишут рип. Вдруг кто не знаешь. Так, немножко у меня голос подсел. А подожди, мы нашли рип, и у нас добавилась часть слова.
Нам нужно слово составить. Вот это прикол. Не, ну в целом, как бы да, вроде мы понимаем, что делать. Вроде бы какие-то подсказочки все-таки есть. И еще что, где какие-то. А в чем смысл этих выключателей, которые не работают? Don't cry. Не плачь. Пропустили с тобой Don't Cry, и что? Секре! Секре? Секрет, типа? Секре, все, я пошла? Нет, секре это не все. Секре это не все. У нас должно быть, наверное, секрет. А как его составить? Вот это? Открой дверь. Да? Вот это прям? Секрет. Ха. Радио включилось. Женщина, кто это была? Жена, мать, кто? Что за история? 911. О, прикстрибуцки. Вот это было страшно. Если это реально страшный хоррор, я напугаюсь. Кто стучит вообще? Они, мне кажется, что они свет фонаря специально намеренно обрезали. Посмотрите, черта не видно. Так, и стучали нам откуда-то из толчка, что ли? Кто стучал тут и? Вот здесь? Нет, смотри-ка. А фонарь что, реально не выключается? Ну, видимо, разраб понял то, что мы тут это потеряемся сразу. Страшненько, между прочим, неплохо. А все-таки откуда был стук? Стук или звук закрывшейся двери? Может, мне дадут выйти? Да, все, можно выйти. Красное это к чему? А, все. Все, поняли, понял. А, подожди, фонарик, что там нету? О-о! Чего? Джонатан, ты знаешь, сколько времени? А, что там случилось? Тебе становится все хуже. Ты принял свои лекарства? Принял? Я ж тебе сказал, пора продолжать их принимать. Ты вообще представляешь, как семья твоя волнуется? Сколько раз я тебе говорил, это опасно. Пожалуйста, не забывай принять свои лекарства. Джонатан, это уже что-то. Джонатан забывает принять лекарства. Это опасно. Что такое? А, банка пива. Такой, знаешь, вот туманчик. Чуть не по себе вообще стало. Но если сюда светит свет. Хотя куда он светит? На перечницу, на вилку? Нет. Вот сюда, например. А, у нас типа здесь открылась дверь. Hello? Fresh. И я должна что-то взять? А, все, не забывай принять лекарство. Опять бензодиазепам. Все хорошо, красного цвета нет. А, то есть мы это Джонатан. Допустим. О. Смотри, красиво. Это, если что, разработчик считает, что именно так выглядит гром, когда вот у тебя гроза на улице. Именно так это выглядит. На самом деле это больше как такие, знаешь, прям пшух, вспышки света такие, прям яркие, они не рассеиваются так, как здесь. Так. Так, вот здесь вообще... Не, я туда не пойду.
Еще кто видел? Оказывается, звук, когда призрак летит, это реально призрак летит без шуток. Я видела только что, кто успел. Реально, я говорю, призрак летит. Да, наконец эта штука упала. Ой, спасибо, разработчик. Наконец она вернулся, этот вентилятор. Крутяк, ну я даже довольна. Так, выключатель был где-то или его не было? Ну, по сути, эта игра устроена так, что-то падает и должен подойти. Может, я должна что-то поднять? Или это все? Сейчас проверим. Да, это все. Это все, и мы наконец-то избавились от этого вентилятора. Чего он все время скрипит, как, не знаю, ржавая качеля какая-то? Реально не очень, смотри, страшенная какая. Ты кто? А, она даже не стала меня съедать. Я думала, она меня сожрет. Ху. Мишка, Мишка. А, это страшный скример такой. Не, ну Мишка, это... Вот это было не страшно. Разработчик должен принять меры. Ну, не страшно. Шкатулка. Записки, может, какие-то? На самом деле, я радуюсь, когда вижу хоррор, в котором есть какая-то незнакомая моделька. Ну, вот этих вот скримеров, зомбаков, привидений и всех прочих. То есть ту модельку женщины, которую я сейчас видела, я не видела ее в других играх. Меня это радует. А то обычно, знаешь, одни и те же модельки берут. Шкатулка... Из первого захода. Да опять ты! А чё он? Всё? А, ну всё. Это как, соседка? Можно было к соседям заглянуть? Шутка какая-то? Дратутте. Ага. Это так и висит, кепка меня пугает. А, и что? Закрыли опять, пройти не дают. Так, что поменялось? Что поменялось? Вешалка, мешки какие-то мусорные и кровь. Кровь? Да, крови не было. Типа у нас здесь история, как кто-то просто сошел с ума. Или здесь что-то более сложное? Вешалка. Взять... А, вот смотри, я просто случайно тыкнула. Я реально схожу с ума. И хит май что-то там. То есть... сходит с ума. Ну, смотри, если нарисован мишка, может быть, бьет мишку. Хит май кого-то там. То есть и бью моего кого-то там. А, вот хит май медведь... Медведь, это заставляет меня думать о том, когда папа бьет меня. Чувствую плохо. Daddy hits me. То есть, получается, подожди, а этот Джонатан, это папа или все-таки это ребенок? Хотя, смотри, если Джонатан должен принять лекарство, может быть, нам еще части записки найти какие-то? То значит, это, по сути, должен быть не ребенок, а мужик, который ходит и всех бьет. Закрыли. Закрыли здесь, но я не вижу ничего. А, ну, конечно, не вижу. Значит, пятница, 30 января. Tough Day. Я не знаю, как это переводится. Tough Day. Или я знаю, но не помню. Скажем так, на данный момент я этого не помню. Какой-то там день. Какой-то день. Ну, значит, нужно собрать части записки. Чик-чик. А свет реально выключается? Чего? То
То есть свет не выключается, но мы нажимаем на выключатель. Найс. Так, а где еще может быть? Может, там туалет откроют? Нет. Может, где-то... А, вот же, я вначале еще обратила внимание, типа, что такое на серой картине. Так, сегодня был лучший, видимо, день. Папочка или отец дал мне чего-то там. Тедди, наверное, подарил мне Тедди. Он очень мягкий, этот Тедди. Весь день таскал его с собой или таскала его с собой. Спасибо, спасибо, папа, я люблю тебя. Так. А может, еще они в картине спрятали? Хотя два раза одно и то же делать. Может, на утюге? Может, ты упадешь опять? Ну, в смысле, серьезно. Так, высматриваем. Я вообще ничего не вижу. Наверное, четыре части должно быть. Не, ну а шо? Нет, приседать же... А, все. Ты чё? Они решили один и тот же прием использовать. 28 января. Мой новый Тедди-медведь. Тедди-медведь, Тедди-медведя обнимал, подарили, все нравится. Ну и все. Хо. О, шкаф. Шкаф, шкаф. А, ну и все. Так мы это уже прочитали. Мы типа соединили дневник воедино. Лучший день на свете. Батя подарил Тедди Бира. Потом... Я реально схожу с ума и бью моего Тедди-медведя. Это заставляет меня думать о том времени, когда папа бил меня. Чувствую себя плохо. 2 июля. Я чего-то там не имел. Я должен подсказать Грейс. Грейс, прости меня. Грейс умерла из-за меня. Джонатан, пожалуйста, остановись. Грейс умерла из-за меня. Джонатан, остановись. Но нарисован маленький ребенок. Или может быть... Не, ну смотри, а кому еще? Взрослому, что ли, будет Тедди Бира дарить? О! Чё-то чуешь, наклевывается что-то. Что-то здесь не то. А призрак, ну это Грейс, наверное. Женщина. Грейс Джонатан. Ха. Так, обращаем внимание на все, что отличается от предыдущих уровней. Например, мне кажется, здесь не было столько посуды. Тут прям певца теперь много. Эта дверь за дверь не считается. Это просто дверь какая-то. Здрасте. Все больше и больше людей зависимы к наркотикам. На серьезных щах некоторые индивидуальности убивают свою семью. Почему люди продолжают принимать наркотики? Они хотят избегать болезненной реальности. Как ты, Джонатан? Ха. На самом деле, мне нравится их способ подачи сюжета. Неплохо. Так, Тедди Бир, которого побили. А чё, меня пустили сюда? Надо что-то взять по-любому. Ой. Что-то взять, что-то активировать, какой-то скрипт. Может, биту? Я протыкиваю кнопку, она не работает. Ну и фу.
кто мог этого ожидать? Фу, это я обосралась случайно просто. Молодцы, конечно. У меня что-то зрение пропало, пацаны. Жесть. Зрение пропало, совсем плохо вижу. У меня минус 10. Минус 10. У кого минус 10, подтверждайте, так видно или нет? Чё? А, принять, принять, все. О, еще не отошла от скримака. Это все? Я можно я пойду? Опа! А ты, чувак, по потолку ходишь теперь? О! Мне кажется, все вот эти игры с петлей, типа временная петля, да? А, я думала, это какой-то шар, знаешь, типа как гадалки используются. А это лампа просто. Со временной петлей это же все, как сказать, пошло со времен ПТ Silent Hills, которую Кодзима-то делал. Ну, это типа часть такая Silent Hill, которая не вышла никогда. Ну, этот Кодзима, который Death Stranding делает. Короче, кто понял, тот понял. А ты слышал, это Джонатан? Я никогда не слышал ничего более прекрасного раньше. Да, да, да. Продолжай. Продолжай. Не разочаруй меня. А? Ты слышишь? А, что-то еще надо сделать. Так вот, в лысых годах, в лысое время давно, короче, был вот этот вот ПТ Silent Hills. И мне кажется, с того времени начали делать вот эти вот хорроры подобные. Ну, типа с петлей. Там тоже ходишь, 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 ходишь. Но я пока, я на канал не проходила. Вот эти вот хорроры с петлей. А чё ты закрываешь-то? Вот я первый раз такой прохожу. Чего? Опа. Я разбила зеркало. И? Чё плохого? Это как? Это плохо? Ой. Так, вот Миша. А что вы хотите? Блин. А чё мне не дают пройти? А, дают. Просто у меня кость широкая. Что поделать? Так, разбили зеркало. Непонятно зачем. О-о-о-о-о. Чего? Это как так называется? Что? Я прохожу, типа, в зеркала, и в зеркале я вижу женщину, либо не вижу. Это какая? Грейс, Глория, как ее там звали? Фига, она челюстью трясет. Вставная, наверное? Так, бежим во все места, где нет женщины. Мне кажется, она прямо за мной. Мне кажется, прямо за мной. Та-та-ра-та! Не, все плохо, она прям рядом. Я запуталась! О-о-о! Подожди, чего? О, она сквозь стены ходит. Если она прямо за мной и ходит сквозь стены, то мне нужно что-то найти. Какое-то новое, что ли, место. О-о-о! Почему мне так страшно? Я не могу прям понять этого. Я же то же самое сейчас сделаю. Я, по сути, обхожу квартиру по 10 раз. Мне нужно как-то... Блин, я примерно поняла, только куда мне надо пройти? Ну все, она сейчас убьет. Я не поняла сейчас,
когда я туда захожу, то есть зеркала расставлены в разных частях квартиры. Мне делать-то что нужно? Я поняла уже то, что она очень быстро передвигается, но куда мне нужно прийти? Где моя точка назначения? Вот это непонятно. Она быстро плавает на самом деле. Я слышу ее по звуку и иду просто в противоположную сторону. А, я прямо на нее выхожу. А что так страшно, реально? Куда выйти-то надо? Тик-тик-тик. Может попробовать идти в другую сторону? Хотя смотри. Я могу там выйти из туалета. Например, сейчас я попробую выйти из туалета. Нет. А, вот это я и выхожу из туалета. Ну, допустим. И чё? А, бить зеркала! Фига на косми трясет. Бить зеркала! Поняли, поняли, поняли. Класс, бить зеркала, это круто. А, на кухне зеркало, на кухне зеркало. Слушай, вот это я просекла просто четко. На кухне. Как мне попасть на кухню? Мне нужно, знаешь, в ту комнату. Вот в эту. И с нее успеть... Нет, не успела. Она нечестно. Просто она ходит сквозь стены. Так не должно быть. Призрак не может так делать. Нормальный призрак в Фазме, например, не может ходить сквозь стены. Так, я ее долбанула. Может, нужно подождать, пока она подойдет сюда? Мне самое главное успеть на кухню. А, слушай, а почему? А, какое-то время она деактивирована, получается? А? Четыре зеркала всего-то надо было разбить. Фига себе. Капец. Чего эта игра меня реально пугает? Неплохо. Кстати, насчет Silent Hill слышала всякие новости, что там что-то пытаются новые части какие-то выпускать, планируют. Что-то там на PlayStation вроде как. Что-то там на компьютер. Какая-то там Silent Hills, Silent Hill какой-то выходил не так давно, но он был про это. Главный смысл этой там, небольшая такая игра, главный смысл этой игры был в том, что там поднималась социальная проблема буллинга людей. Ну и последствия этого. 911, что случилось? Хочу заказать пиццу. Пицца? Вы позвонили 911. Вы точно набрали правильный номер? Да, большую пиццу, пожалуйста. Мэм, вы в опасности? Да. Кто-то удерживает вас? Да, поторопитесь. А, типа она говорит всякую чушь, чтобы ее не спалил тот, кто ее держит, удерживает, похищает или типа того. Так, мне не дают. Может, это все? Блин, скажите, что больше не будет этой погони. Так вот, этот последний... А еще не вышло? Последний этот Silent Hills был такой, как сказать, на остро социальную тему. То есть, ну и вообще, в принципе, с классическим Silent Hill'ом не имеет никакой схожести. Ну, то есть, просто игра имеет такое название. Насколько я знаю, там в этой в студии, которые разрабатывали оригинальный Silent Hill, там уже всякие перемены, там уже другие люди работают. Ну, Кодзима или Коджима, как его там правильно, он понятно, что там уже давно со всеми разругался. Ну, я не эксперт в этой области, я просто говорю то, что слышала, то, что знаю, то, что читала. А с чем взаимодействовать? Ты шо? Моя твоя не понимать совсем.
Ну, сидим нормально, Silent Hill обсуждаем, что. На самом деле, Silent Hill такая... по тематике такая тяжеловатая тема. Там очень много завуалировано касается проблем каких-то вот жизненных, потери, там, грусти, страдания, вот всякие такие вот. Темы там вообще непростые. А, ты, блин, таблетки выпить. Свежие новости. Произошло убийство на почве наркотиков. Кто пострадал? Жертва, женщина, 40 лет, 9-летний мальчик. Убил собственную жену и сына. Оба найдены мертвыми. И, как говорит полиция, женщине раздолбили башку. На сцене преступления нашли всякие вещи для введения наркотиков. Типа жгуты, шприцы, это имеется в виду. А из-за чего вот отклонение, вот это все там? Наркотики там, это все как? Ну, как нам объяснят? Том Лукас. Это такая-то короткая история. В целом, я вообще не с каждой игры пугаюсь. Но здесь разработчик, он сделал все четко, я считаю. Я напугалась, и причем один раз очень сильно, а другие разы так полусильно. То есть, ну, вообще, в этом плане, конечно, неплохо. А то бывает, заходишь в хоррор, так сидишь и думаешь, а будет что-то меня пугать тут или нет? Тут реально прикольно. Ну что, друзья, вот такой вот небольшой и очень неплохой инди-хоррор сегодня мы посмотрели. Мне все понравилось. Опять же, повторюсь, то, что скример был прямо зачетный. Мне нравится подача в этом хорроре. Я думала, то, что мы будем воспринимать записки. Типа берешь текст, зачитаешь. А нет, здесь тебе кто-то позвонил, рассказал часть какой-то истории. Потом кто-то по телевизору новости сказал. Записочка была маленькая, всего лишь только одна. То есть в основном здесь нормальная озвучка, не искусственный интеллект. То есть как бы насколько я это могу судить. Вот. И как-то вот так вот подается история. Ну единственная часть дневника собрали. Неплохой коротенький хоррор, мне все очень понравилось. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк этому видео, потому что это очень важно для любого канала, и подписывайтесь на канал. А я всем желаю хорошего настроения, и очень скоро встретимся в следующих видео. Всем пока-пока.